Ողջույն հայրենակիցներ, Հայաստանում զարգացող իրադարձությունների ոստիկանական բռնությունների մասին այսօր իմ զրուցակիցը Աննա Աստվածատրյանն է, Վեստբրուք քաղաքի քաղաքային խորհրդի անդամ, Աննա Աստվածատրյան հիմնադրամի ղեկավար, ով հիմա ուղիղ կապի մեջ է Մեյնի նահանգից. Ողջույն Աննա և շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Здравствуйте. Աննա, կխնդրեմ դուք ռուսերեն պատասխանեք։ Նախ կուզեի ձեր կարծիքը, ձեր տպավորությունը իմանալ, թե ինչ կատարվեց Հայաստանում, տեսանք ոստիկանությունը ինչպիսի բռնություններ կիրառեց ժողովրդի նկատմամբ, ուղիղ կրակեց մեր հայրենակիցների վրա, և կարծես թե Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները Միացյալ Նահանգների կողմից ընկալվում են որպես ժողովրդավար երկիր, արդյոք դա ժողովրդավար երկրին հարիր պահվածք էր։ Здравствуйте, спасибо большое за приглашение на программу. Я уже с 13 лет живу в Америке. Я считаю Америку демократичной, свободной страной, где люди могут выражать свое мнение и протестовать против государства. И я, честно говоря, такого никогда не видела в демократичной стране, как в Америке, где так очень агрессивно против мирного населения, мирных невооруженных детей, женщин и мужчин. Полицейские так нападали на своих же граждан. Для меня это был шок. Видеть это, я хотя, конечно, ожидала этого, потому что я знала, что режим Пашиняна на это пойдет. То, что все к этому готовилось, я думала, что это будет. Я даже говорила моим друзьям, которые журналисты, будьте осторожны, потому что все может случиться. Но когда я это своими глазами видела, для меня это был шок, потому что баланса не было. То, что показывают, там кто-то кидал кресло, или там какой-то там мужчина бросил там стул, по сравнению с этими вот бомбами, которые вот полицейские кидали, это баланс вообще не было. То, что полиция делала, это для меня была не демократичная страна, это было агрессивное диктаторство, которое не уважает законы, не уважает своих граждан и хочет держаться за власть вне закона. Եվ մենք տեսանք, որ արձագանք չեղավ միջազգային հանրության կողմից, այսպես ասենք, արևմտյան արժեքներ, ժողովրդավարական արժեքներ դավանող երկրների, այդ թվում նաև ցավոք սրտի Միացյալ Նահանգների կողմից պատշաճ արձագանք չեղավ։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը մի հայտարարություն տարածեց, որով կարծես թե ավելի շատ մեղադրում էր ցուցարարներին, քան այն ոստիկաններին, որոնք կրակեցին ուղիղ ժողովրդի վրա, և գիտեք 101 քաղաքացիներ վիրավորվել են։ Եվ միաժամանակ նաև ուզում եմ խոսեք այն մասին, որ մենք որպես հարկատուներ, Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, դուք և ես, մենք հարկեր ենք վճարում, այդ հարկերից մի մասը գնում է օրինակ Հայաստան, շատ փոքր, և այդ գումարները ծախսվում են այսպես կոչված ոստիկանական բարեփոխումների վրա, արդյոք սա բարեփոխում է։ Եվ նաև տեսեք, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ֆինանսավորում է Ադրբեջանի բանակը, ռազմական աջակցություն է ցուցաբերում, որը հալացում է և հալացեց Արցախի հայերին, իսկ Հայաստանին ֆինանսավորում է օրինակ ոստիկանությունը, որը դարձյալ հալացում է հայ ժողովրդին։ Սա ինչպես բացատրել։ После войны, особенно вот когда столько много беженцев было и столько много потерь в Армении, в Арцахе, и потом после 23-го года, когда еще вот, опустошился весь Арцах, для меня очень странно было, что Америка
тратить столько денег на вот эту реформу полиции. Я думала всегда про Армению как спокойную страну, где мои дети, когда приезжали в Армению, где мои дети могут ходить по городу, по Еревану без меня. И я никогда не чувствовала, что что-то с ними случится, потому что спокойная страна и проблем никогда не было. Для меня было странно, что реформа для полиции нужна была. Столько много проблем можно было вложить в деньги в Армении, почему вот именно Америка была так в это вкладывала наши вот деньги. Но для меня, конечно, я не наивный человек, я понимала, что это было сделано, чтобы поддержать Пашиняна и оставить его на многие года, чтобы продолжить вот этот процесс, который продолжался с Азербайджаном, и оставить его в Армении, чтобы как-то использовать его и использовать Армению, чтобы сделать Россию слабым. Для меня не то, чтобы поддерживать Россию нужно, для меня жалко, что использовать наших людей после такой травмы, после такой войны, такой трагедии для нашего народа, использовать нас против другой страны. За счет армянских За счет армянских ссылка. детей, за счет армянских мальчиков, которые погибли, и люди, которые думают, что я поддерживаю Россию, просто не понимают, что я не поддерживаю Россию, я поддерживаю Армению, чтобы Армению не использовали. Потому что, хотя я люблю Америку, я знаю, что Америка огромная страна, не делает ничего без выгоды Америки. И то, что сейчас происходит на улицах Еревана, это не делается для выгоды Армении. Это не делается даже для выгоды Пашиняна, это делается для выгоды больших стран, которые хотят просто играть вот эти игры, политические игры. И страдают семьи, страдают люди, семьи, вот как моя семья, которая бежала из Баку, семьи моих друзей, которые бежали из Арцаха, и организации в диаспоре, которые просто молчат. Мне просто непонятно, как они могут не понимать, что это влияет на людей, на армянских людей, таких же, как они. Եվ վերջին հարցն եմ ուզում ձեզ տալ. Ինչ կարող ենք անել մենք այստեղ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներս, ազգությամբ հայ քաղաքացիներս եւ նաեւ մեր բարեկամ այլ ազգիները ազդելու համար Միացյալ Նահանգների այդ քաղաքականության վրա, որպեսզի Հայաստանի հարցում ավելի ճիշտ քաղաքականություն տարվի եւ նաեւ այդ գումարները ճիշտ ծախսվի։ Տեսեք, այդքան փախստականներ կային, փոխարեն նրանց ֆինանսավորել, նրանց ֆինանսական ծախսերը հոգալու գումարները պարզապես հոսում են ոստիկանության, այդ թվում նաև ոստիկանության, որը Նիկոլ Փաշինյանը վերացել է իր անձնական, ուրեմն անվտանգության ապահովման մի վարձկաների խմբի։ Мне кажется, что сильная Армения, сильная диаспора начинается с сильного Еревана. Вот эти все 30 лет, почему мы потратили, и они исчезли, потому что сильного Еревана не было, сильной
по-русски даже забыла это слово direction, сильное Направление. направление не было от Еревана для диаспоры, как нам бы помочь стране, потому что страна сама не давала это направление самой стране, у всех какие-то были планы для себя. И поэтому я думаю, что прийти вместе, мы всегда говорим про вместе, мы Единственность. всегда говорим, Единственность. да, вот это слово, которое ничего не значит, потому что мы не знаем, как это делать. Мы всю нашу историю и после геноцида, ну даже и до геноцида живем и как-то отдельно. Это наша сущность, это наша даже и не история, это наша генетика. Но чтобы выжить, нам надо найти какую-то формулу, чтобы работать вместе для страны, чтобы страна сначала с Ереваном была сильная, а потом диаспора сможет понять, как это делать. И работать вместе. Не какая-то там организация решит, что ей нужно, или какая-то там политическая партия Армении. Сколько у нас партий, например? Больше 100 партий. Для чего это? Сколько, например, организаций, которые друг против друга работают? Это для меня этот шок был, когда мы приехали в Америку. Только в одной стране столько много разных организаций, которые друг другу даже не помогают. И это очень трудно понять людям, которые никогда в Армении не были. Они издалека делают что-то какому-то вот символу Арарата. Я понимаю, что эта дистанция тоже не помогает, но всем нам нужен reality check, правильно? Reality check, чтобы понять, что вот, может быть, через 2 года, через 5 лет не будет вообще Армении, если мы будем так продолжать. И нашим детям что останется, если мы будем так себя вести? Каждый для себя, каждый для своей партии, каждый для своего кармана и для своей семьи. Поэтому я на все это очень смотрю реалистично. Я все видела с 10 лет моего детства видела и хорошее, и плохое в нашем народе. И хочу сказать, что я сейчас не знаю, больше хорошего или плохого, потому что сейчас ситуация такая, что позитивно очень трудно думать. Но я знаю, что мы очень сильны, и выжить мы можем все, если мы просто решим, что мы выживем. И решить это нужно скорее, быстрее, потому что если мы будем долго думать, не знаю, что случится с нами. У нас мало времени. Спасибо У нас большое. очень мало времени. Да. Спасибо. Սելի այնակիցներ, եզրուցում էի Վեստբրուկ քաղաքի քաղաքային խորհրդի անդամ, մեր հայրենակից Աննա Աստվածատրյան Թարգոթի հետ թեման Հայաստանում զարգացող իրադարձությունները և Միացյալ Նահանգների արձագանքը այդ իրադարձություններին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։